Всем приветик, с вами Алена, и это новости от Мультики ТВ. Он сделал новый коллаб «Неловкие ситуации». Там какая-то игра с Рысью, а еще участвует Джинджер Прайс, который она случайно сделала обзор на мой канал. Следствие — это анонс «Старые друзья. Настоящее время 2». Интересно, что будет в этом фильме и какой сюжет. И новая серия с новой рисовкой. Не рабочая штука. И много сленга и слов, а еще Даша выглядит не маленькая. А Мария стала стильной, а еще она кошка. Ведь раньше ее было хвостью собаки. А еще Даша жива. И она будет камео, как труп, но она целая. А еще заставку не изменили. И, наверное, тоже как заставка «Новые приключения Сары» будет. А еще, как говорил автор в видео, что кукольного шоу не будет, что серия «Юбилейн» будет кукольная. Наверное, он перепишет кукол. И, наверное, привезли Гесту, Мария и Самара. Кстати, о Гесте я вам показывала, то есть рассказывала нового Геста. И ждем серию «Юбилей». И всем пока.